знают правила дорожного движения и являются примером для других. Теперь так можно говорить о воспитанниках старшей группы 23-го детского сада. Ребята вместе с педагогами внимательно изучили правила безопасного поведения на дорогах и теперь могут считать себя помощниками госавтоинспекции. В детском саду «Звездочка» прошло посвящение воспитанников старшей группы отряда «Светофорчик» в юные инспекторы дорожного движения. 10 ребят стали обладателями удостоверения юного инспектора. Говорят, что вроде как бы в детском саду и отряд юных инспекторов дорожного движения, что могут вроде как бы дети, да? На самом деле дети очень много впитывают информацию, начиная с детского сада. И эту информацию они доносят своим сверстникам. То есть не мы, взрослые, говорим, да, что там Петя, Вася, соблюдай правила дорожного движения, а их сверстник говорит, что нужно делать так. И, конечно, ребята в этом случае больше прислушиваются к своим сверстникам. Ну и, конечно, наряду со всем этим они не только профилактируют, но и сами изучают правила дорожного движения. На сегодняшний день в Ирбите существует более 60 отрядов юных инспекторов. Они работают на базе школ и детских садов города. А это более 400 помощников госавтоинспекции школьного и дошкольного возраста. Огромное спасибо всем педагогам, всем заинтересованным лицам, которые нам помогают в этой работе. И, конечно, наверное, все-таки результаты этой работы, они видны. Теперь ребята приняты в ряды ЮИТ как главные помощники сотрудников госавтоинспекции. Мы сейчас отряд УИТ и никогда не будем нарушать правила дорожного движения. Дорожное движение, мы знаем правила, что нельзя на красный уходить на дорогу без родителей. Нельзя выбегать, когда машины едут наперед. Они не смогут остановиться прямо сразу. Детки у нас очень маленькие, то есть у нас нет подготовительной группы. Они, конечно, будут еще учиться. Соответственно, они достойны вести пропаганду по правилам дорожного движения. У них все еще впереди. Я думаю, что они достойны того звания, которое они сегодня получили.